Всем доброго времени суток, с вами канал Армания, и мы гуляем, идем сейчас по Гагарина. А, здесь ты? Да, пусто в парке. А? Пусто в парке. Может, на кресте прокатимся, когда не хочешь? С кабинками. А мы шли в этот. Ну, давай. Давай. Я просто давно хочу. Да что ты? Его недавно построили, и там как раз и снимешь. Сейчас, наверное, народу мало. Что-то капать начало. Из деревьев докапывает. Все серое, мокрое. Стал каждый год все раньше в парк ходить. Раньше я, по-моему, в середине мая всегда. К концу мая ходить. Да, лето уже было жарко. Когда зимой ты ходил сюда? На лыжах катался зимой здесь? Я на лыжах? Ты еще лыжи купил какие-то еще? Это было, блин, Жень. Это было мое детство. Большое. Слушай, а что такое летит тут? Это цветочки какие-то, Жень. Слушай, такой сильный дождь был. Смотрите. Ничего себе. Ветер сильный у нас. Ветер сильный. Дождь пролил. Прошел. Оно лежит еще местами тогда. И лужи еще, озерцо там. Слушай, какие лужи. А там смотри, что. Лужа. Это лужа такая большая? Нифига себе. Слушай, я никогда не была здесь, когда такие лужи были. Всегда летом. А там вообще, смотри, как озеро. Первый раз такое вижу. Уже земля даже перестала впитывать воду. А вот само озеро. Какое? Вот это? А я это хотела посмотреть. Ну оно как озеро. А тут вообще как это. Как осень. А это символом. Ну это я не смотрю. Сколько снега, нифига себе. Ну, я говорю, рано мы пошли с тобой сюда. Может быть, время еще сходим. Ага, ты мне каждый год говоришь, еще сходим. А потом не ходим уже, все. Я в жару не люблю ходить. Ну, вот видишь. Да, прохладно. Поэтому мы не ходим сюда. Какая красота. А, это милиция там? Да. Ну, в лошадях, а я не пойму, почему они стоят там? Сбоку. Так, да, я...
Сегодня же не просто погулять. Давай насчет такой темноты. Там же не холодно, а вот не дует. На следующий раз, потому что я боюсь ветер будет сильный. Она вообще сегодня работает. А там на четвертом кольце там же кабинка. Мы там погреемся заодно. Ну, кабинка. Кабинка. Не открытый он? Нет, он закрыт. А, он закрыт? Конечно. Вон, он кабинка. Нет, не вижу. Жалеете? Не вижу. Где? Около медузы в прошлый раз строился. В прошлый раз. Года 2-3 назад. Разобрали. Его разобрали, я думал, снова построится. Он обычно это просто кружится, он меня. Это новое, может, он не так. Дождь пошел. Ну, все разбежались. Видишь, так ливень сильный пошел, а ты говоришь, да? Там ветер, ветер. Я помню, с тобой был в загородном парке, помнишь? Вот здесь обозрение Москвы. Никого не было. Мы купили билет, прокатились. А вот пушки эти охотки рядом с ними. Про рыб по второй раз уже говоришь, Жень. Не нравится мне все. Кстати, там твой сосед по даче тоже забежал, поподтягивался. Бегун тут. Он не бегает пока. Смотри, а что там такое из дерева сделали красивое? Давай посмотрим. Да, там слушай. Давай. А?
потом котлетки же пролетела. Пойдем. Дай только я первая пойду. Тут твоя задница везде. Просто везде. Куда? Так мы сейчас так и сделаем. Побить, наверное. Так и сделаем. Красота, смотри, Жень. Красивая какая, а? Смотри, как свисает. Побегло. Тут даже не читай города, ничего абсолютно. Ритуально что-то есть. Улицы запахнут. Пошли искать карусель. Что, не пойдем? Да. Карусель. А где он? Я не знаю, где-то здесь. А, вон там. Первый этаж. А ты говоришь, зачем? А я тебе говорю, идем, а ты мне опять зачем? Я тебе говорю, ну что, а ты уж не дала. Я тебя спрашиваю, ты дурак, конечно. Красивый такой, смотри. Красочный стал такой. Глаза разбегаются. Здесь уже карусель рядом. А, ну тут проход между Beauty, Beauty и до. А, ну вот между ними должен быть проход какой-то.
Может, через них? Проход времени закрыт. А, ты хочешь сказать, здесь? Мне кажется, может, подальше надо пройти? Там, мне кажется, он проход. Что там дальше? Сюда, уже. Девушка, а в карусель как пройти здесь? А, через второй этаж. Нифига себе. Через второй этаж. Обратно. О, какие, смотри. Красота. Ну там был, кстати, эскаватор вниз, наверное. И там потом будет. А, сейчас мы уже вроде были тут. Thank you.
Спасибо.